хорошо тут у вас? Плохо. Нет, старина Эндрю, шалишь? Хорошо. А я говорю, плохо. Конечно. Вам, молодежи, теперь только в Америке хорошо. Вот ты, Адриано, сколько раз ты был в Америке? Мало. Почти ни разу. Конечно. Вам, молодежи, все мало. Поди, Андре, с Манхэттена-то не вылазишь, а все мало. Вылажу. Ба! Кого я вижу? Миша. Милый Миша. Милая кузина моя, Татьяна. Ну, знакомь. Сергей, мой муж. Очень приятно. Мне тоже. Ну, Михаил Юрьевич Булгаков. Можно просто Михаил Юрьевич. Сергей, можно просто не обращаться. О, а это кто? Кто это, я вас спрашиваю, что за богатырь, а? А это... Стойте, стойте, я сам разгадаю. Это, ну-ка. Впрочем, ладно. Неси пока вещи в дом, Ребус, а разгадаем мы тебя за ужином, который нам приготовила. Приготовила нам который? Наша старая бабушка Клара. Мы ты? Ну, Миша. Пахнут красной икрой. Как я обожаю эти старые, добрые, морщинистые руки, благодаря которым, благодаря им одним, нет, точнее, даже им двум, да, мы все стали теми, кто, впрочем, это уже тост, так что прошу всех к столу. Ой, видишь, как соскучился, ты видал, родная кровь. Клара Захаровна, у вас в роду все такие, сука, сентиментальные? Ой, там все, Сергей Геннадьевич, все. Михаил! Канадчикова дача.